Ну что, никогда такого не было, и вот опять. До этого я снимал в режиме говорящая голова или говорящая каска только работу на лаплоше. Сейчас же я могу себе позволить снимать ту же самую работу, вернее, снимать с помощью говорящей каски, но буду снимать работу на электрокультиваторе карате. Посмотрим, что у меня при этом получится. Сцепление выключено. Включаем электропитание. Мотор закрутился. Подаем, фиксируем сцепление и пошел он. Сейчас он идет немножко у меня по свежеперекопанной целине. Она, ну, проходится уже, наверное, раз четвертый, конечно. Но все равно еще недавно это была угольная целина. А вот потом дальше мы пойдем уже по старой земле, по старой перекопке. Вот здесь вот уже начиная пошла перекопка старая. Ну вот я говорю, наблюдайте. Элементарная работа карата. Гремит он у меня. Гремит, потому что вот этот ролик бьется по электромотору. Слишком плотно там соединение, по-другому не сделать. Поэтому ролику приходится греметь. Ну, вот так вот. Все, что я делаю на этих обочинах, это обочины огорода. Я просто убираю с них бурьян. Если пойдут хорошие дожди и их размочит, мне, может быть, даже и хотелось бы, чтобы здесь было такая свежая посадка. Но пока это только разбивание бурьяна. Я пытался уже сажать на этом перегоне, но у меня как-то особо не получилось, комплекса не было. Вот сейчас очень-очень сильный ветер встречный. Будет ли свистеть телефон, вернее микрофон? Наверное, будет. Посмотрим. Ну вот, мы едем, и вот мы не едем. Такая простая процедура управления культиватором. Почему мы сейчас не едем? Конечно, провод просто не так лег, как мне хотелось. Вот так меня он вполне устраивает. Сейчас сцепление у меня зажато. Чтобы стартануть электромотору, все-таки это не мощный электромотор, тем более однофазный, я слегка его приподнимаю на сошнике, и он стартует фрезами без вопросов. Вот идет, болтаясь из стороны в сторону, ну идет ведь. В конце мы немножко сейчас залезем даже на свежую целину, в самом-самом конце. Попробуем приподнять ее. Вот здесь опять недавно разработанный, сегодня разработанный такой кусочек, несколько метров. Ну и дальше. Там чуть-чуть подвыпрямим, а то она у меня сворачивает в мою сторону. Так я, конечно, к соседям залезать буду, но меня это не пугает. У соседей на этом поле, кроме травы, ничего не растет, и они, в общем-то, претензий ко мне никаких не имеют. Вот свежая целина. Вот правая фреза начинает бить свежую целину. Да, ей, конечно, нелегко. И разворот. Разворот фактически на месте. И пошли назад. Вот как-то так. Стоп. Сцепление можно отключить, можно не отключать. Вот такой вот
У меня культиваторик получается. Если на него смотреть глазами пользователя, вот так получается картинка. Ну а так, если смотреть на весь огород, картинка вот такая на всем огороде. Камера стоит не совсем там, где хочется, и не совсем так, как надо. Надо дырку сверлить в табличке, тогда будет камера на самом месте. Ну, посмотрим, как это сделаем. А так, образно, как комбайн едет вперед и пашет. Поехали. Yeah.